Жоғары мәртебелі және қадірлі меймандар, құрметті отырысқа қатысушылар. Баршаңызды хатшылықтың атынан да әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің 20 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Форум осы уақыт ішінде жаһандық дінаралық және өркениетаралық диалогтың маңызды платформасына айналды. Сондай-ақ өзара құрмет, татулық пен келісім мәдениетін дәріптеуге үлкен үлес қосты. Өткен 20 жылда әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері, мемлекет және қоғам қайраткерлері, халықаралық ұйымдардың өкілдері Қазақстанның дінаралық диалогты дамыту жөніндегі бастамаларына үлкен қолдау көрсетті. Форумның миссиясы мен мақсаттарын іске асыруға зор үлестерін қосты. Сондықтан съездің барлық қатысушыларына айрықша алғысымызды білдіреміз. Бүгінде хатшылықтың отырыстары съезд жұмысының маңызды бөлігіне айналды. Біздің кездесулеріміз қашанда сенім мен ашықтық принциптеріне негізделеді. Сол арқылы ең өзекті мәселелерді конструктивті түрде талқылау игі дәстүр ретінде қалыптасты. Съезд хатшылығының 21-ші отырысына қатысу үшін Астанаға 22 елден 28 делегация келді. Олардың арасында бұған дейінгі съездер мен отырыстарға қатысып жүрген, сондай-ақ қазақ елінің астанасына алғаш рет келген меймандарымыз бар. Баршаңызды осы залдан көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Жалпы біздің әр отырысымызда съезд идеялар мен мақсаттарын іске асырудың бағдары айқындалады, сондықтан хатшылықтың бүгінгі отырысы да мазмұнды әрі нәтижелі өтеді деп сенемін. Уважаемые участники и гости секретариата, за два десятилетия столица Казахстана состоялись 7 содержательных и представительных съездов лидеров мировых и традиционных религий. Во многих странах под эгидой форума проведены сотни встреч, круглых столов и других мероприятий. Подписаны более 30 соглашений о сотрудничестве с различными международными структурами. Таковы количественные итоги деятельности съезда. Однако гораздо важнее качественные результаты, которые достигнуты благодаря нашей совместной работе. Во-первых, наш съезд за 20 лет стал уникальной диалоговой платформой, объединяющей первых лиц и наиболее авторитетных высоких представителей всех мировых и традиционных религий. В прошлом году в 7-м съезде участвовали более 100 делегаций из 50 стран мира. С большой благодарностью и теплотой мы вспоминаем визит в Казахстан Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль-Асхара шейха Ахмеда Ат-Таеба, наших уважаемых гостей из России, Израиля, Китая, Индии, США, Монголии, Европы, стран Центральной Азии, Кавказа и из других регионов. 7-й съезд стал событием глобального масштаба, к которому было приковано внимание всего мира. Во-вторых, когда мы говорим о результатах деятельности съезда, важно учитывать историю его возникновения. 20 лет назад, после чудовищных террористических атак в США, человечество оказалось на грани цивилизационного раскола. Созванный в ответ на эту угрозу съезд духовных лидеров стал одной из первых площадок, где за одним столом встретились высокие представители ислама, христианства, иудаизма и других традиционных религий. Мирный и уважительный диалог духовных лидеров ясно продемонстрировал, что экстремизм и терроризм не имеют ничего общего с истинной сутью религии. Сегодня можно сказать, что благодаря мудрости мировых религиозных лидеров в начале 21 века
человечество избежало сценария столкновения цивилизаций. Следующий важный результат деятельности съезда – это весомый вклад в становление и успешное развитие глобального межрелигиозного диалога. Вокруг первых встреч духовных лидеров в Астане было немало скептиков. Многие не верили в перспективу и важность организации диалога религиозных лидеров. Они серьезно ошиблись. Сегодня межрелигиозный диалог стал не просто реальностью, но и важным фактором международных отношений. Ярким подтверждением этого является подписание документа о человеческом братстве между Святым Престолом и Аль-Асхар Аль-Шариф, Мекканская декларация, открытие дома семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах и множество других мероприятий, объединяющих представителей разных религий и конфессий. Как отметил президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан продвигает межрелигиозный и межконфессиональный диалог как неотъемлемые элементы культуры мира. Это вклад нашей страны в конструктивное развитие международных отношений. Но мы также особенно ценим вклад съезда в гармоничное развитие нашего собственного многоконфессионального общества. История распорядилась таким образом, что сегодня в Казахстане проживают представители более 100 этнических групп, относящих себя к 18 различным религиям и конфессиям. Мы признательны участникам съезда за поддержку наших усилий по укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия в Казахстане. Ваши превосходительства! В то время как религиозные лидеры демонстрируют пример успешного диалога и взаимопонимания, в мировой политике нарастают разногласия и конфликты. Мы видим рост геополитического соперничества крупных держав и эрозию международной системы безопасности. К глубокому сожалению, пока не дают осязаемого результата попытки остановить кровопролитие в Украине и других горячих точках. Нас всех тревожит серьезная эскалация на Ближнем Востоке, обострение палестино-израильского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы среди мирного населения. В этих условиях призываем к поиску политических инструментов для решения ситуации мирным путем и не прибегая к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта. Одновременно мы видим, что снижается эффективность международных усилий по преодолению глобальных стратегических вызовов. На фоне сегодняшних острых кризисов на второй план отходят вопросы устойчивого развития, изменения климата, биологические угрозы, ядерное разоружение, проблемы неравенства и другие фундаментальные вызовы. Опасность этих экзистенциальных угроз растет. Причем для их преодоления требуются совместные усилия всего мирового сообщества. Серьезной угрозой остается распространение языка ненависти и вражды. Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих. Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враждебность между народами и религиями. Как было отмечено президентом Казахстана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, такие непозволительные и варварские акции не имеют ничего общего со свободой слова. В настоящее время в условиях нарастающей международной напряженности жизненно важно найти новые подходы к укреплению глобального диалога и доверия. Об этом говорили многие участники 7-го съезда. Очевидно, что в основе большинства проблем современного мира лежит нравственный кризис. Погоня за материальным успехом, потребительское отношение к природе и окружающим людям,
девальвация моральных приоритетов деструктивно влияют на человеческое общество. В этих условиях роль мировых и традиционных религий как хранителей фундаментальных нравственных ценностей имеет огромную важность. Как неоднократно подчеркивали лидеры мировых религий, фундаментом современного общества должны быть незыблемые духовные и нравственные ценности, культура толерантности и диалога. Именно эти ценности способны обеспечить мир и основу нового мирового порядка. В этой связи президент Казахстана выступил с инициативой формирования нового глобального движения «За мир» в целях построения прочной системы международной безопасности. Роль лидеров мировых и традиционных религий в этом процессе является очень важной. Поэтому Казахстан твердо намерен продолжать содействовать объединение усилий религиозных лидеров для решения важнейших проблем, с которыми сегодня сталкивается международное сообщество. Уважаемые участники заседания, на 7-м съезде неоднократно отмечалась необходимость дальнейшего развития и укрепления нашей диалоговой платформы. В итоговой декларации форума была поставлена задача по разработке проекта концепции развития съезда на 2023-2033 годы. Сегодня нам необходимо рассмотреть проект этого документа, который был подготовлен совместно с участниками съезда. Это концептуальный документ, который предлагает обновленное видение развития нашего форума на предстоящие годы. Ключевой инновацией в проекте концепции является расширение миссии нашего съезда. На первом этапе деятельности нашего форума с 2003 по 2023 годы его основной целью было укрепление и продвижение многостороннего межрелигиозного диалога. Сегодня мы можем уверенно сказать, что эта первоначальная миссия съезда успешно выполнена. В предстоящие годы съезд продолжит усилия, направленные на развитие и укрепление межрелигиозного диалога. В то же время мы видим огромный потенциал в духовной дипломатии. Мировые религиозные лидеры, объединившись, могли бы внести весомый вклад в преодоление глобальных проблем современного мира, бедности, неравенства, дезинтеграции, способствовать прекращению войн и конфликтов, распространению культуры диалога и взаимоуважения. В концепции изложены механизмы продвижения миссии съезда на новом этапе. Так предполагается углубление сотрудничества съезда с институтами ООН и другими международными структурами, расширение круга партнеров и географии деятельности форума. Предлагается ввести институт послов доброй воли съезда, который может стать важным инструментом духовной дипломатии. В соответствии с принципом инклюзивности в работу форума предполагается шире вовлекать молодежь, женщин, людей с ограниченными возможностями. Планируется проведение форума молодых религиозных лидеров. Данная инициатива должна способствовать сохранению традиций и преемственности диалога духовных лидеров. Будем расширять сотрудничество с исследовательскими и образовательными структурами, шире вовлекать в продвижение миссии съезда экспертное сообщество. Таким образом, проект концепции предлагает системный взгляд на дальнейшую деятельность нашего съезда. Вчера проект концепции был всесторонне обсужден на рабочей группе. Надеюсь, что сегодня на заседании секретариата этот документ будет всесторонне рассмотрен и поддержан. Концепция должна заложить четкий вектор динамичного развития нашего форума на предстоящие годы. Уважаемые участники и гости секретариата,
Уверен, что в рамках сегодняшнего заседания у нас состоится содержательный и конструктивный диалог. Мы обсудим итоги прошедших лет и наметим созидательные планы на будущее. Желаю всем плодотворной работы.